Выставка Валерия Хайрулова, как один большой познавательный проект, посвященный давно забытым произведениям, басням и стихам. Особый интерес для зрителей представляют его работы в стиле примитивизм, написанные с юмором и снабженные назидательным текстом, напоминающие агитплакаты начала 20 века. Персонажи картины текст, дополняя друг друга, создают единое целое по композиции и цвету. Самые первые посетители выставки – ученики районных школ республики. Красивые картины, мне они нравятся. Под ними написаны басни. Басни тоже очень красивые. Я вижу картины, написанные с душой, они мне очень нравятся. Но настоящая изюминка выставки – серия работ, на которых автор собрал популярные достопримечательности разных районов России, в том числе и Северного Кавказа. Карачаево-Черкесия представлена на своем полотне своими архитектурными памятниками, сахаром, водой и астрофизической обсерваторией. Это очередная выставка, персональная выставка московского художника Хайрулова Валерия Вагизовича. Раньше он выставлял, показывал нам басни Крылова. Сегодня у него в проекте еще регионы и значимые города нашей России. Выставка продлится до 24 мая. В течение целого месяца любой желающий может посетить картинную галерею «Черкесска» и лично ознакомиться с работами Валерия Хайрулова. Радима Киут, Олег Молхожев, Архыз, 24.